Всем привет, с вами мистер Тима. Так, ну что ж, давайте продолжим ходить в компании. Я вроде бы на Миха 3 сохранялся. Ставим на самую легкую сложность. Я даже на самой легкой сложности. Мне миссия оказалась очень сложная, даже на легкой, на самом легком уровне сложности. Плюс я думал, что это будет миссия легче, чем предыдущая, так как магам на мелких картах не очень хорошо. Ну не вот, но я, конечно, там немного начитерил, потому что, ну, чтобы посмотреть армию. И оказалось, что у него изначально есть джины. Так, начнем с двух циклумов. Теперь мне надо вернуться в обратно. Акаду. Теперь мне надо вернуться в Бракаду, мою покинутую родину. И это последнее задание Винстона Барагуса. Я должен найти Белега и Арука и отдать им две наиболее могущественные части – меч правосудия и шлем божественного просвещения. Эта часть задания будет достаточно легкой. Я готов сделать это, хотя армия Бракады будет всячески мешать мне. Так, ну что ж, продолжаем. Я, правда, прошляпил сообщение, но я думаю, это простительно. Так, ладно, давайте что-то... Давайте что-то застроим, например. Начнем сразу с мужчинской, типа, потому что... Мне просто повезло. Так, ну тут думаю, ясно, как мы будем действовать. Так, давайте. Давайте вот так вот сделаем. Так вот. И вот так вот. Все, начинаем битву. Так, кстати, копейщиков, кстати, их как-то побольше, чем в HD-моде было. Я за кадром играл в HD-моде. А тут я играю... А здесь я играю не в HD-моде, потому что хочу, чтобы ролики показывались. Так. Да, я думаю, что мы тут кого-то там подзальем. А нет, не подслили. Отлично. 47 копейщиков перебили и без потерь. 38 гоблинов теперь у нас. Так, все. Берем золото. Блин, я, конечно, могу поплатить за... Могу поплатить. Слушай, да ладно, могу сейчас глазануть от нас. Сейчас выстроим утёс чудищ. Так. Да, это, конечно, не HD-мод, и я тут всех вступить не смогу. Ну ладно. Так, давайте сохранимся на Миха 5. Потому что я не уверен, что я сразу пройду эту миссию. О,
его королевские телефоны пожаловали. И я их заменил, наверное, вместо наемников роботов. Так, так, у нас 43. Атака. 49. Не, я думаю, что наездники будут наносить побольше. Да, я... Так. Слушайте, нет, давайте действительно автобой. А то как-то не очень. Если честно, без автобоя. Так. Так, все, быстро пока двигаемся. Прикинемся, что так пойдем. Так, побеждаем. Идем вниз, так как вроде бы внизу самый опасный просто город. Нет. Надо было, конечно, подождать. Сохраняемся на них опять. Так, щиты. Снова телефонов нанимаем. То есть я предупреждал, что с первого раза все пройти не получится. Так. Так, даже и не знаю, что делать в такой ситуации. Давайте вундулу запустим. Подбирает 8 штук бутов плюс. Вот еще что у нас теперь имеется. Да, это, конечно, мой самый нелюбимый сценарий. Так, самая нелюбимая миссия, как минимум. В компании Йога. Да, конечно, представляю, что и будет в компании Крэга Мага. Так, бежим назад. Так. А ну-ка. Давайте все-таки завалим. Нечего переться ко мне. Давай-ка. А, выманил меня, короче. А ну-ка, глянем, что у нас. Блин. Конечно, долго морочился с этой компанией. Снова загружаем на Mihat 5. Так. И все, и быстро просто атакуем.
и атакуем просто как можно быстро. Так. Так, победа. Так, давайте сохранимся на всякий случай. И отправимся аж сюда. И мы побеждаем. Да, невероятно. Это, конечно. И Парагнолов. Но Парагнолов мне ничего не сделает, и красный уничтожен. Блин, а представьте, сколько мне пришлось морочиться в этой миссии за кадром. Плюс еще шрифт нормальный испетил. Так, так, ну все, зашибись. Красного уничтожили. Да, я, конечно, думал, что я так быстро не уничтожу, потому что я так долго мучился, то есть и что я пытался сделать, я пытался накопить тут как можно больше войск. Вот. Так, давайте печатывать. Камуш. Ящерка. То есть сюда ящики добавлялись. А нет. Ну, сейчас, конечно, будет увлекательное занятие. Будем копить войска. Так. Это очень увлекательное занятие просто будет. Так, все, давай-ка Гундула. Увольняйся. Так, видимо. Ну все, короче, лишние очки можно так сказать не поднимать. Так. Так, теперь давайте попробуем. Так, все, я ж как то ли я тут могу построить. Ну, так-то логично, это ж вроде бы самый развитый город. В этой игре. Ну, на этой карте был. В принципе, так-то ясно. Что она такое была. Так, давайте как это. А, мне кузню ищи. Кузню ищи. Так, тут тоже кузня будет. А ну-ка. Здесь муниципалитет. Здесь капитолий. Кстати, мне из башни тоже очень нравится музыка. Так, ладно, что у нас там еще есть? Двадцаточка. Надо двадцаточку. Да, и нам надо отстроить цикл. Но мы сейчас просто будем сражаться со стражами карты. Я не знаю, как это сказать. Так, ладно. А не, можем на карту изначально пойти. И блин. Короче, не помню, предупреждал ли я или нет, но... Но герои будут тут вылетать. Иногда. Я не знаю, с чем это связано. А тут-ка. А тут-ка. Опа. Так. Опа. Так, ну, можно и не нанимать. И... Так, теперь можно на Харкур нападать.
попробуем на них напасть. Так, они убегают из них, длина. Да, давайте еще. Давайте посражаемся с группой чемпионов. Позабегаем кристаллы, деньги, все что хочешь. Так, надо бы еще в этом городе муниципалитет отстроить. Так, и все. Так, и давайте уже сверху. Все, можно уже дальше. В принципе, ничего не делать. Ну и нанимать. Всякого рода. Так. А ну-ка, ничего. Так, сколько он? Что там уже? Нормально так. Людоедов, ну или урков, тут почему-то в переводе питания смерти людоедов. Тип, похож на рисованное, но типа и нет. Давайте сейчас на армию нам. Просто супер не на армию. Так, я думаю, что армия довольно-таки плохая, я думаю, что нам надо запрягать сюда. Но я думаю, что они будут поддерживать на гоблинов. Так, прибили древних чудищ. Хотя вообще, мне изначально не сильно её гоблинов. Первое, надо было оказаться я на замок. Во второй уже ничего сложного не было. А в третьей я не мог просто найти место, где сдавать артефакт. Ну а тут враги какие-то мощные идеи. Хотя карта сама по себе маленькая, да и. Ну, да и варвар. А маг ничего не сделает варвару, вот, на маленькой, да. Так. Давайте ключников посетим. Так. А ну-ка. Значок смелости. Вот. Отлично. Отнесли кое-что. Всё. И всё, мы побеждаем в этом сценарии. То есть, если много за кадром поиграть, то, в принципе, всё хорошо будет. То есть, можно за 20 минут пройти миссию. Теперь увеличиваю громкость, ну и слушаем конечную заставку компании за юга.
Я прошел все проверки Дюка, и он принял меня в свою варварскую орду. Моя мать, конечно, бы не одобрила подобное, и очень огорчилась бы, узнав об этом. Но мое новое крылотское племя радушно приняло меня, устроило пир, и передо мной теперь открываются новые горизонты. Ну что ж, вот такая вот получилась компания Заюма. Будем название не канала. Все, пойдет. Извините, но почему я мошенник? Видели, что меня в предыдущих компаниях читерил? Я думаю, вы не видели. Потому что так оно и есть. Но почему так он говорит, что я мошенник? Не знаю, то, что я хотел посмотреть, то есть, что там за карта будет, то в этом нет ничего плохого, я думаю. То есть я за кадром читерил, чтобы посмотреть, что там. Это вроде бы не должно считаться. Ладно. Мы все равно проходим кампанию рождения варвара, и в следующей миссии мы будем играть в кампанию рубить некромса. Ну а затем у меня там Сандро снова. Да, там дальше уже золотых 4, потом снова за Сандро. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Всем пока.